Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. Сегодня воскресенье. Мы направляемся в деревню к свекру и родственникам моей заловки. Вот вечером она вчера позвонила, мы так встали с утра. Сейчас вышли, друзья мои, никого нет на улице, полиция только ездит. Сейчас же запретили по всей Турции 4 дня карантин. Но я не знаю, касается ли это нашего Мерсина. Смотрю, полиция только едет, посмотрите, постоянно проверяет. В общем, вот такие дела, не знаю, какие у нас ждут приключения. Только вот заловка, я с зятем, вон стоят, нас ждут. Никого нету. Ашким, гине полис гельди. Все, а мы-то удивились, почему все закрыто. Ну, в принципе, сейчас еще 8:30. Рано, но все закрыто. А вон они нас ждут на остановке. Мы сейчас должны машину взять и на машине поедем в деревню. В автобусе вот так вот заставляют маску одевать, и по одному мы садимся. Все сели, видите, моя заловка даже там в конце. Мы сейчас находимся в старом районе Мерсина, Османы. Здесь вот такие дома двухэтажные. Похож на район наших родителей. Вот наша банда. Идем за машиной. Жарко. Сегодня обещают 34 градуса в Мерсине. Хочу показать. Посмотрите, какие старые дома здесь. Старый очень район. Думаю, сегодняшний день будет очень интересный. Вышли на центральную улицу, но это район Османы, Мерсин. Центральная, вот закоулочки такие. Так выглядят дома. Мы в дороге. Настроение отлично. Привет. Очень интересно будет. Ждите, не переключайтесь. Хочу показать вам горы. Мы направляемся в горы. Здесь летние дома. Люди приезжают на лето сюда, потому что в Мерсине очень жарко, а здесь прекрасный климат. Вечером и утром прохладно, днем жарко. Язлык Эвлери. Летние дома. Видите, мы уже в горах. Хочу показать вам, посмотрите, джами красивая. Мы Айва Гельдиги, по-моему, вот так называется, если я не ошибаюсь. Вот такой здесь центр. Большой, ну все есть, в принципе. Видите, какой. Что придумали? На меня смотрят как на туристку.
Думает, откуда она приехала. А ну посмотрим здесь цены какие. Фиатлары я змеёрлар, а? О, ну ханги биберли. Так, что, какие здесь цены? Баклажан 5. Помидоры 3. Знаете, что это тоже кабак. 2 лиры. Огурцы. Фасолья 5. Свежая. А чилек мне когда? Кирасный когда? Чилек не кадар. Покар мы сынес. Чилек не кадар. Чилек не кадар. Уч? Он уч. Буму кирас. Буму. 13 лир клубника и 20 лир черешня. Да уж. Не дешево. Если 7 лир. Помидоры. Ну что, пошли мы дальше. Путь. Путь. Ашкем всегда здесь покупает суджук. Не когда, Ашкем? 55. Кач кило? 1 кило. 1 кило, борода? 55 лир килограмм суджук. Мы будем его на мангале тоже делать. Да. Идем дальше. Ахлана. Сай сейчас. Чур сау, такая холодная. Блин, корида чеки. Да нет. Самая вкусная, полезная вода здесь. Удадан гелиёв су. Kas oynağı cismesi bayram Öztürk ve işi hayratı. Сюда все приезжают за водой. Поехали мы дальше. Мои хорошие, посмотрите, куда мы приехали. Посмотрите, куда мы приехали, в рай. Бурад... Нейчин, Балыкачин. Сейчас я вам покажу. Буханги меве агачлары? Узюм? Хайр, бу узюм дейл. Шефтали? А персик. О, Гюля алмак истюру бевде. Хочу розу. А это что? Это не изюм. Бу изюм дейлю, башка бершей. Вот посмотрите, куда мы приехали. Там, смотрю, хороший дом тоже. Красиво все. Вот такой домик здесь. Покажу вам внутри, как. Сейчас мы ждем хозяев. Они вышли. Köpek yok mu? Köpek mi lazım sana? Заднюю часть. Мы были здесь 2 года назад, я уже говорила. Но, знаете, как какое время? В апреле было холодно. Такой домик. Мы поднимемся сейчас туда тоже. Я хочу посмотреть, какие здесь фрукты есть. И что здесь вообще есть. Ашкам, Илан, ёк мой, Илан. Змей, говорю, нету здесь. Ой, ай! Ящерица. Ящерица, вы видели? Ты где? Я тебя испугалась, а ты меня. Вы видите? Вы видите? Вот, вот она, вот. Я-то подумала, птичка.
она исчезла куда-то. Ладно, надеюсь, что здесь не будет больше ничего. Что она меня не съест. Так ли? Ты где? Привет! Привет! Какая ты красивая! Красивая! Ты одна здесь или вас много? Ой. Пошла я продолжать показывать что-то. Да, мне кажется, тут и змеи будут. Надо мне. На солнышке они сейчас, в принципе, греются. Змеи я не хочу. Так, ну что здесь? Тут это орех сразу видно, видите? Плоды маленькие уже. Здесь я ничего не вижу. Ну что, возвращаться буду. Интересное вам покажу. Боже, какая здесь красота. Не так ли? Там красивый домик. Чилек. Настоящий чилек. Спасибо, Тяшки. Мераба, насыл сыныс. Хош булдука. Какая вкусная. Мерошкам. Озлим сен? Е. Натурально. Ама. Алла. Хады. Bakayım şimdi bakayım. Yılanlara bak. Var mı yılanlar? Olabilir. Ha? Olabilir. Doğru. Змеи есть здесь, друзья мои. Вкусная как. Посмотрела, там лука много. Вот здесь клубника. Киразьёк! Вишнями? А, это вишенка, посмотрите. Вишенька. Так, и разъёк. Пошли посмотрим. А со змейками надо быть поосторожнее. Сейчас я одену свои очки, чтобы лучше видеть. Смотрите, как виноград растет на камнях. Интересно, не так ли? Ну что, начинаем обзор рум-тур дома. Все разрешили, мне не переживайте. Я спросила сначала у Гюрюмджи. Так, бу, я так удасы, а? Бу, я так удасы. Кем тур йор бурда? Аби, ве? Здесь живет, значит, свекор с старшим братом. Вот у них гостиная. Вот такая вот гостиная. Сервант, телевизор. Ну что нужно для деревни, скажите, не так ли? Так, и вот эта кухня. Все, что нужно для жизни, есть. Холодильник. Большая, кушают они на полу. А. Чай далык, хай пора. Вот. И вот такой шикарный вид с окна. Baba nerede onun? Hı? Baba. Köyde. Aa, gelmeyecek. Aa, svekor uyehal v derevnyu. Başka köyde. Posmorite, vot prosto komfortno. Для деревни, мне кажется, это супер. Ne güzel balkonda. Видите, прям вишенка. Рукой достать до вишенки. Так, а сейчас сюда пройдем. Белье здесь они вешают. Много вишни, я смотрю. Смотрите, сколько деревьев. Раз, два, три, четыре. Ну, а там, наверное, теплица. Вот
такой вот дом. Так, сейчас я вам расскажу то, что я узнала и поняла. И так как я была 2 года назад здесь, да, я вам рассказывала, то что-то мне показалось, это все по-другому. Оказывается, мой ее свекор живет в другом месте. Точно вспомнила, там горы прямо были. Я смотрю, нигде нет этих кечи. А оказывается, в другом месте живут они, понимаете? Он живет в другом месте. Это здесь только живет брат его. Ну, мне кажется, для одного мужчины это хорошо. Он, кстати, ну, холостой, немножко больной он. И поэтому не женился. Ну, хороший такой человек. Чистенько все убирает за собой, я вижу. Больной человек, но что делать? Не у всех судьба одинаковая. Вот брат Рамазана. Они все разрешили меня себя снимать, так что не переживайте. Проблем йок мы бенчик йором сизе. Йоко. Не думайте, что я все силы. Мы сейчас пьем чай. Рамазан у нас повар. Сейчас он будет нам делать мангал. Вот его брат. Видите, тут в основном мужчины носят такие брюки. Хороший человек, но вот больной. Очень такой чистенький, дом чистенький. О, видите, как королева, его жена сидит. Ну, он всегда так. Мы столько салат сделаем. Брат, ну он зеленый, аж как ешило. Пашка ех, не ерды. Ой, какой кислый. Лабелир баста ердила. Шудалар. Ях, ях. Еще надо ему успеть. Это орех, да? Где визволный? Подашкин, вербанай. Сколько здесь ящериц, посмотрите. Сейчас вот растапливают дрова. Салатик приготовили. И все сейчас будет жарить. Давайте посмотрим с вами, что там наверху. Бак, нагревается вода. Куда я залезла? О, самое высокое место. Голова кружится у меня. После нашего карантина, самоизоляции, это очень хорошее расслабление. Не так ли от наших квартир? Баклажаны готовы, сейчас бибер будет. Сейчас буду чистить кожицу. Ну, сейчас бук я пью. Вот он что, в зале? Пенденучок савиорма. Файдалы да? Патсы, я не знаю. Бен усусал.
Тюнда, ахшена, 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 Насыл хай билиор япмақы. Эльвах, сенен ирмек халвасы о. Тариф хай... Бәрдің не? Он таны сорду лютфен язын насыл качыл азын беші. Япаджас, япаджас. Не япиор сен бой хэп тарифы ребизе язын. Осын бы мы были. Çok faydalı. Öyle. Data. Etten daha güzel. Вот такой у нас столик в деревне. Сидим мы на балконе. А? Ну и готовый. Ух, будем кушать. Сейчас Ашкем чуть-чуть задремал. Будем кушать. Буйрун. Еще с вами рим. Сколько штук уже? Мы поели три кастрюли. Никизель, чекюру. Аж дивизим. Лезет ли чоколду? Видим? Ави. Özlemciğim, o senin görünce mi? Ha? Evet, evet. Ama zayıfladın sen çok. O hep böyle zaten. Çok zayıfladın. Şimdi iş çoğaldı ya. Bahçe işi, her iş buna bakıyor. Keçileri de. Oruç için o olabilir. Yok, oruçtan değil öyle. Her zaman tutmuyorum. Arada bir tutuyorum. İş olduğu zaman tutmuyorum. Normalde öyleyiz biz zaten. Ben bayağı. Сейчас мы будем кушать вот такой арбуз. Их много детей. Хош булдук. Тайо сынок. Корона бар. Алышканды халине кетирер. Хош булдук. Тайо муж. В таких штанах. Моя эть вар, я? Ачсаныз иен, я? Сыжак.